ощущаю подавленную ярость по всей Америке. Шоу «Тайм» представляет. Это попытка развязать гражданскую войну. События в Уэйко повлияли на этих людей. Они объединились. С нашей помощью создали монстра. Пора это прекратить. Осада была всего лишь началом. Власти отказываются нести ответственность за свои действия. Иного исхода у этого дела быть не могло. Отныне приоритет бюро – международный терроризм. Я просто пытаюсь защитить людей. В апреле Дэвид Кареш готовился начать Великую войну. Господь поручил тебе бороться с силами тьмы. Если вы с ним так обойдетесь, все повторится по вашей вине. Власти хотят растерзать его, но грядет расплата. Эти люди готовятся к наступлению. Какому еще наступлению? Между нами зияет великая пропасть. Я намерен бороться с этим, чтобы не довести до беды. Что-то должно случиться, и очень скоро. Пламя его наследия будет гореть вечно. Трагедия в Уэйко. Последствия. Смотрите в апреле на Lost Film TV.